асылдардың асылдары. Добрый день, дорогие друзья, с вами Авдотья Федорова на канале «Звездный секрет». Сегодня день рождения отмечает президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Димаш Кудайберген в своем инстаграм выложил фото, на котором они душевно пожимают друг другу руки, и написал: «Уважаемый Касым-Жомарт Камелевич, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Пусть мудрость и талант лидера станут вашим надежным спутником в дальнейшем развитии казахской нации. Желаю вам крепкого здоровья, сил, неутомимой смелости и плодотворной творческой работы на благо страны. Пусть каждый казахстанец будет счастлив. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет жить в мире. С днем рождения!» Ну что ж, молодец, Димаш! Что же касается Токаева, напомним, друзья, он награжден несколькими государственными наградами Республики Казахстан и других стран. Является действительным членом Всемирной академии гуманитарных и естественных наук, членом Совета мудрецов Мюнхенской конференции по безопасности, почетным профессором Шэньчжэнского университета Китая, почетным профессором Дипломатической академии МИД Российской Федерации, а также почетным деканом Женевской школы дипломатии и международных отношений. Президент является сторонником здорового образа жизни, любит чтение художественной литературы, а также политической и мемуарной. 17 мая в этом году приходится на воскресенье, поэтому Токаев будет работать дома. Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет. Даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений и сувениров. Президент не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей, сообщил пресс-секретарь президента. Тем не менее, президенты соседних государств поздравляют Токаева по телефону. Уже поступили многочисленные приветственные телеграммы от глав государств и правительств, руководителей парламентов и международных организаций. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннику здоровья и долгих лет жизни. Друзья, всем большой рахмет!